Обитель зла 4. Обитель зла 4. Здравствуйте, дорогие друзья. Давно мы не виделись с вами в Resident Evil 4. В прошлый раз мы закончили вот тут. Тут у нас торговец. В общем, приятного просмотра. Погнали. С инвентарем у нас все в порядке. Мы уже почти близко к финалу. Точнее, мы близки. Такс. Тут у нас трава, да? Желтая. Да. Желтая трава у дома. А я уже все забыл. Я помню этот момент. Я даже успел его забыть. К сожалению. Тяжелый момент. Эшли. Эшли. Что это? Есть что-нибудь по мелочи? Чёрт! Сука, он ещё и тыкает. Отвали, как ты уже заебал. Тебя, блядь. Thank you.
тогда стрельну, а где еще, блядь? Здесь, да? Окей. Нам что, назад, что ли? Сюда. Что-то ничего не пойму. Фу-фу-фу-фу. Ну что, типа, продавца? Типа профукали, да?
Кто там, блядь? Краузера. Got a selection of good. What are you buying? Так, улучшить мы ничего не можем. What are you buying? Это, по-моему, только оружие, да? Короче, лекарства что-то нет вообще. Come back anytime. Без проблем. Золото это что? Я так и думал, что это будет золото. В принципе.
Ну да, тот самый момент. Которого я и боялся. Ну что, значит, вы вдвоем заглотили крючок? Где Эшли? Ты правда хочешь это знать? Она за этими воротами. Но тебе нужны три значка, чтобы открыть ворота. Что ты собираешься делать, Краузер? Один на севере, а второй на востоке. Дай угадаю, третий уже у тебя. Теперь ты на коротком поводке. Похоже, что ты все хорошо продумал. Getting a bit soft, are we? That's what I'm talking about. В смысле, сучара? Да.
Он сучара, конечно. Зачем тебе восстанавливать корпорацию Umbrella? Чтобы навести порядок и восстановить равновесие в этом безумном мире. Такой псих, как ты, понятия не имеет ни о порядке, ни о равновесии. Ты же не думаешь, что консервативный ум способен изменить мир, верно? Just stand there. Come out and fight like a man. I'm not falling for that one. Just trying to have fun. What is it that you fight for, comrade? My past, I suppose. Umbrella. Ah,
просто этих малолеток валить. Вторая, блядь. Двое убиты, остался еще один, Краузер. Мы еще посмотрим. Сейчас я покажу тебе силу. Ты ее полностью потерял, Краузер. Приготовься к смерти, Леон. Тяжело валить. В смысле, я не увернулся? Это что за пиздец, блядь? А, понятно. Ясно. Пиздец. Приготовься к смерти, Леон. Это не та дорога, ты чё? А, понятно.
Давай. Наконец-то. Krauser, too. How shall I return my appreciation? What are you talking about? I thought he was with you. What are you talking about? Did you really think I'd trust an American? To tell you the truth, I was contemplating how to get rid of him. But thanks to you, that's no longer necessary. You were just using him right from the start. Oh. I must hand it to you. You've demonstrated quite a bit of promise by killing Krauser. When your assimilation with Las Plagas is complete, I'll have you serve as my guard. Unfortunately, I'm gonna have to decline your generous offer. I have prior engagements. Enjoy your smart mouthing while you can. Поддержкой. Меня зовут Майк. Сейчас обеспечим тебе огневую поддержку. Thank you.
разве нет? Бля, что-то я запутался. Спасибо. Давай поскорее уходить отсюда. Это точно. Я знаю отличное местечко. Майк! Я позабочусь о том, чтобы ты был следующим. I'm sorry, Leon. Sadler, you bastard! It's nothing to get all upset about. Don't tell me you've never swatted a bothersome fly. In essence, it's the same thing. What did you say? Insect's life doesn't compare to human lives. When you've acquired this power, you too will understand. Guess it's another good reason to get the parasite out of my body. I wish you luck. Леон, ты в порядке? Да. Извини.
надо вытащить этого паразита из твоего тела. Да, но сначала я должен спасти Эшли. Хорошо, разделимся на группы. Походу, что да. Закончим эту серию. Остановимся на следующей. С вами был Казуку Фэмили. Ставьте лайки, приглашайте друзей. Всем удачи. Пока-пока.